Областные дорожники начали ремонт. Первая трасса самая интенсивная и, соответственно, самая проблемная – Ульяновск-Самара. На ее реконструкцию в целом выделено 150 миллионов рублей. В этом году мы отремонтируем участок от Озерок до населенного пункта Лесной. Это около 5 километров. Затем мы 1 километр отремонтируем транзитный участок в поселке Муловка и на повороте на Никольскую. Асфальт для ремонта этой трассы, впрочем, как и почти всего правобережья области, будет поставляться из Чердаклов. Здесь открыли новый завод. Сейчас завозят сырье для предстоящего сезона. Асфальтно-бетонную смесь готовы производить двух видов. Компьютер делает весовой замес смеси в соответствии с заданным рецептом. Эти факторы дают 100% гарантию качества асфальтобетонной смеси. О качестве работ разговор отдельный. В этом году власти намерены коренным образом пересмотреть не только техническую схему подготовки к началу ремонтных работ, но и личного спроса с чиновников за халатность. Губернатор, конечно, отвечает за всю область, но позвольте спросить, а какова же роль и степень ответственности руководства муниципалитета, причем не только верхнего уровня, но и те, которые этажом ниже находятся. Где те персонали людей, которые отвечают за подготовку организации торгов? Что, они не знают, кто подает заявку на участие в тендерах? Что из себя представляют эти подрядные организации? В целом на дорожную отрасль в 2014 году в Ульяновской области планируется направить 7,8 миллиардов рублей. Дмитрий Емельянов, Денис Миронов, Вести Ульяновск из Чердаклинского района.